Чувством выполненного долга прошедшие комплексную проверку военнослужащие Беларуси вернулись в постоянные места дислокации. В торжественной обстановке на плацу 38-й мобильной бригады сил спецоперации около 500 военнообязанных, призванных из запаса, отправились домой с ценными подарками и очередными воинскими званиями. Марши охватывали территорию практически половины Белоруссии, от Гомельской до Гродненской области. Они выполнили учебные задачи по поиску, блокированию, уничтожению незаконных вооруженных формирований. С ними проводились учения с боевой стрельбой. Комплексная проверка в вооруженных силах Беларуси проходила с 11 января. Для 38-й бригады объявили боевую тревогу. В полном составе бойцы покинули военный городок и учились воевать, постоянно меняя позиции. Высокий уровень подготовки показали и военные инженеры. В кратчайшие сроки они навели мостовую переправу через Неман, по которой бронированная техника направилась в район тактического учения.